Всем привет! Продолжаю свой канал про растения. Меня зовут Дмитрий, напомню, я занимаюсь растениями с 12 лет, мне этим летом будет 48 лет. Сегодня опунция, я проживаю сейчас в Турции, в Анталии. Вот, вот огромная опунция. Меня поправят в комментариях, как она называется, я просто не помню. У нее даже колючки послетали от того, что она такая, скажем так, многолетняя. Много лет уже растет. Вот она во всей красе. Смотрите, какая она классная. Вот эта мощь. Вот. Нет у нее конца. Растет. А здесь прям, ну, реальные дрова. Вот это грунт. Ты реально можешь там на дрова пускать. Вот, а весны не идет. Здесь таких очень много, и причем это с плодами. Сейчас я покажу, у нее есть плоды. Но ботаники знают, что она размножается и вегетативно, и семенным путем. Вот, смотрите, вот оно. Вот семена в этих шишках находятся, да? Их, если очистить от иголочек, их можно есть. Ну, я ел это на Крите. Да, но здесь погода такая же. Турция с Критом очень близко. Вот. Смотрите. Вот они, семена. Вот это вся красотища. Ну, не хочется туда дотягиваться, потому что оно колючее и как-то... Я вам сейчас общий план покажу, как оно растет. Вот улица, смотрите. Вот это вот все. Это все. Одно растение. Ну, я полагаю, ему лет 25, может быть, 30. Сейчас январь. Сегодня 5 января 23 года. Вот. Всех с наступающим Рождеством. Привет из Анталии. Вот. Это просто уличное растение. Еще раз пройдемся, как у него листочки здесь. Ну, листочки, да, это весьма условно, что это листочки. А, вот плод близко. Вот он, плодик. Краснеют они на солнце, зреют они достаточно долго. Стоят они $1. Ну, если поесть. Ну, в принципе, неохота есть такую штуку. Она сладкая, кисло-сладкая, да. Там есть семена, вот, кстати, свежий. Вот, внутри есть семена. Можете погуглить семена опунции. Подскажите, какой это вид опунции здесь? Реально внушает. Домой его брать не хочется, потому что понимаешь, что он займет всю твою комнату. Вот. Красавец. Вот, всем привет. Пишите, какие растения вы хотите, чтобы было. Здесь, ну, очень много всего разного. Но опунция меня всегда поражала своей красотой. Все, обнял.